Америки. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Sanctioned by the Texas Department of Licensing and Regulation, Commission Chairman Mike Arizmendez, Executive Director William Coons, our three judges scoring this contest at Octagon Side are Sal D'Amato, Derek Clearly, and Daniel Matheson. And when the action begins, our referee in charge, Dan Mergliotta. This bout is sponsored by Bud Light, the perfect beer for whatever happens. And Metro PCS presents the champion of our offers, unlimited 4G LTE for $50. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, live from the sold-out American Airlines Center in Dallas, Texas! It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World! Introducing first, fighting out of the blue corner, a grappler holding a professional record, 23 wins, 7 losses. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, presenting the challenger, Rafael Dos Anjos. And now introducing the champion, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 18 wins, 2 losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Milwaukee, Wisconsin, presenting the former WEC lightweight champion and the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Anthony Showtime Pettis! Showtime Pettis. Брюс Баффер, как всегда, великолепен в своем представлении спортсменов. Ну что ж, главный бой сегодняшнего вечера. Сейчас выяснится, сумеет ли Энтони Петтис отстоять свой чемпионский титул, или же он перейдет Рафаэлю Дос Аньосу. Если, кстати, это случится, конечно, мало кто в это верит, но в этом весе совсем все запутается. Ну да, и Дос Аньос базовый грэпплер, ну а Бен Аскрин, конечно же, кучерявый вот этот парень, который тогда создал очень серьезные проблемы нашему российскому прекрасному, как мне кажется, одному из лучших по перспективам бойцов смешанного стиля на нашей стране, Андрею Корешкову. Я думаю, что у Андрея еще будет шанс поквитаться с этим парнем однажды, может быть. Но вот Бен Аскрин, я думаю, помогал как раз очень грамотно готовиться как раз Петтису в партере по линии грэпплинга против Дос Аньоса. Обмениваются ударами, и сразу видно, что Дос Аньос ни в коем случае не собирается отсиживаться в обороне. Раз за разом втыкает туда в обеспечение, попадает Дос Аньос, левой прямой. Левша Дос Аньос попадает с левой руки как раз. Правше Петтису жестко попадает. Попадает левый прямой и забирает центр октагона Дос Аньос. Идет вперед, поддавливает он Петтис с самого начала. Какой бой мы с вами. О, еще раз болтает с левой руки. Потрясающее попадание с левой. Очень жестко попал в область глаза. Дос Аньос, посмотрите, сейчас поплыл и потерялся. Петтис очень сильно потерялся. Вот работа в стойке. Дос Аньос грэпплер. Посмотрите, грэпплер с поломанными ушами. Что вытворяет этот парень? В стойке засадил 2 точных жестких удара с левой руки. И второй-то удар был очень сильный. Зацепил. Посмотрите, сейчас левый хайкик. И в область печени левый снизу.
Так по-боксерски сейчас хотел и а-ля Шлеменко зацепить по печени Петтиса, но не получилось, не довел туда. Еще левый мидл по печени. Жестко бьет сейчас в стойке Дос Анес. Как тяжело сейчас Петтису приходится. Ой-ой-ой, гематома там. Ну, в общем, под правым глазом. Вот так вот Дос Анес преподнес сюрприз практически всем зрителям сегодня в старте этого первого раунда. Напомню вам, это чемпионский пятираундовый бой. Явно совершенно работает Петя с вторым номером. И вновь попадает Дос Анес раз за разом вот эти сдвоенный комбинации. Удар. Да. Потрясающе. Левый мидл-кик и левый же туда. Левый вдогонку с руки, вдогонку. Здорово. Это так называемый реймба в тайском боксе, когда одна сторона работает либо колено, либо рука и тут же нога. Потрясающе, конечно, Дос Анес ведет сейчас поединок. Сам сейчас может тоже в ответ-то пропустить. Кинжально контратакует очень жестко Петис навстречу. А пока что работает чемпион вторым номером. Мощнейший по печени. Жестко сейчас пробивает Дос Анес. Ну там, конечно, удар не пошел точно в цель. Если бы он зацепил хоть угол печени, либо центр этого жизненно-важного органа, то я думаю, что Петис бы согнулся как минимум. Но здесь не было этого эффекта. Рядом был, вот здесь навстречу поймал Петис уже Дос Анеса. Узко удар справа Петису нужно искать. Бить узко, не широко, не размашисто. И вот здесь пробивает Дос Анес. Здорово. Вот это да, вот это Дос Анес. Так получилось, да, да, все правильно, Ян. Через левую на правую, из левши, с передней руки зацепил правый сбоку. Полусбоку, полуснизу удар у Дос Анеса получился. И точно Петис пропустил. Ой, вот это уровень боя мы с вами видим, дорогие друзья. Ну, а здесь, видимо, Дос Анес решил, что никаких игр быть не может с Петисом. Надо идти рубиться, рисковать, пытаться просто за счет агрессии, за счет давления забрать инициативу. Ну а там будь что будет, это чемпионский бой. Шанс есть у любого. Только храбрость, только мужество здесь, помимо мастерства, да, могут сыграть решающую роль. Да, конечно, выбранная тактика в том числе, но ключевой это характер, дух и воля. Ну и функциональные возможности. О, здесь пропускает уже Дос Анес. Левый снизу, правый вдогонку. Красиво делает Петис. Это потрясающий, высоченный уровень ударной техники мы видим с вами, уважаемые телезрители. Большое счастье действительно комментировать подобные бои. Что-то невероятное. Продолжает давить Дос Анес, продолжает идти вперед, но, в общем, дистанция устраивает обоих. Средняя, близкая и тейкдаун в исполнении Дос Анеса. Здесь Анес ведет пока что он поединок во всех смыслах. То самое, такое, знаете, примаргивание правым глазом, это говорит о том, что мешает гематома, которая потихонечку в доли секунды или в считанные секунды она набирает объемы, гематома, и она чуть, может быть, налазит на глаз уже, мешает видеть четко как раз правым глазом Петису эту гематому. Я думаю, если еще несколько туда попаданий, то она будет ухудшаться. Последние секунды первого раунда. Ну и что же мы можем сказать-то? Дос Анес забирает первый раунд, причем забирает это совершенно очевидно. Бой, да. Это означает, что дальше нас ждет абсолютно бескомпромиссный характер этого боя. Посмотрите, никакой разведки здесь не будет уже совершенно точно. Дос Анес, ну просто он хочет уничтожить. И колено вдогонку. Ой-ой-ой. Это боище мы видим с вами, дорогие друзья. Это Дос Анес, эти удары с левой. Самое руки. Начало раунда сейчас нам повторяют. Тот как раз тот самый эпизод, когда в область глаза. Да, получил Антони Петис. И вот, вы смотрите, совсем рядом. Вы знаете, если чуть-чуть ниже Дос Анес запустил бы этот левый по печени, то, я вам скажу, зацепил бы он очень тяжело этот жизненно важный орган Петису. И, может быть, Петис бы как раз не смог бы перетерпеть. Потому что мы знаем этот закон. Голова может терпеть точные пропущенные удары, а печень она не терпит. Вот в ММА и в смешанных наборствах, знаете, я могу вот отметить Сашу Шлеменко, прекрасного нашего бойца, ударом левой снизу по печени с руки он может уронить любого. Но кто-то так еще явно, чтобы выделялся подобным техническим арсеналом, вот здесь и трудно-то вспомнить. С ног и с коленей бьют в область печени, но с рук по-боксерски вот этим жестким, тяжелым, нокаутирующим ударом с левой руки практически никто не использует удар. Вот сейчас Дос Анес второй после Шлеменко. О, здесь Дос Анес пропускает навстречу с левой руки как раз от Петиса.
И Петис будет ловить на встречу Дос Анеса, на самом деле. Как то, что он и пытался делать в первом раунде, просто не очень успешно. Продолжается, видим тот же сценарий. Идет вперед, как танк буквально, Рафаэль Дос Анес. Но Энтони Петис вот этими быстрыми и тут же пропускает слева. Левой, да. Причем раз за разом тяжеленный удар. Еще раз. Сейчас Петис запустил к себе, чтобы на встречу поймать опять же, но... Очень силен еще физически Дос Анес. И сейчас он будет его тейкдаунить. Пробовать, по крайней мере, не получается. Петис защищался грамотно. Это пятираундовый поединок. Мы уже не раз видели, особенно когда бои у таких мастеров, когда уровень высочайший, что именно тактический момент усматривается вот в том, что кто-то отдает первую часть боя, затем забирает вторую. Но у кого рассечение? Рассечение у кого? Рассечение. У Петиса. Вот это да. Это только начало второго раунда. Дос Анес продолжает идти вперед. Еще один удар слева. Жестко и точно. Ой-ой-ой. Напомню, дорогие друзья, наш Хабиб Нурмагомедов выиграл у этого очень опасного парня из Бразилии, Рафаэля Дос Анеса. Редко очень контратакующие вот эти связки Петиса достигают цели. И что можем отметить вот уже по итогам вот этого времени, которое прошло? Отсутствует легкость у Петиса, отсутствует движение, за которое и скорость, за которое как раз его и любят, и за счет которого он побеждал, как правило, в последних поединках. Его лишил Рафаэль Дос Анес пространства и, как следует, огромное количество попаданий уже в середине второго раунда. Ян, здесь вы настолько грамотно аналитически проработали этот момент. Здесь даже и нечего по большому счету добавить, потому что все так и есть. Петис действительно практически по всем компонентам, а ключевые вы перечислили, он проигрывает бой по ходу второго раунда. Все, по сути, полтора раунда он летит Дос Анеса. Да, и вновь в партере доминирует Рафаэль Дос Анес. Причем здесь мы не видим пока что какого-то стремления соперника уничтожить. Контроль и не более того. Петис очень хорош в партере, несмотря на то, что предпочитает он проводить свои поединки в стойке, но... Не, ну и с таким спарринг-партнером, как Бен Аскрин, было бы странно, если бы он таким не был. Действительно, знания великолепные, конечно, в партере. Умеет грамотно защищаться Петис. И я думаю, что мало шансов-то, на самом деле, Дос Анесу что-то сделать будет по линии грэпплинга внизу. Вывести на болевой или удушающий, только если за разбиванием и всевозможными забиваниями где-то, возможно, будет перевести на какой-то элемент. Но маловероятно. Ну, пока что контроль пытается Дос Анес включать локти, но грамотно вяжет. Петис прихватывает за руки. Вот сейчас левый локоть как раз втыкает, всаживает своего противника Дос Анес. Петис прихватывает, пытается прихватить руку. Выводит корпус из-под соперника. Пытается свиповать Энтони Петис, но пока что безуспешно. Продолжает работать Дос Анес в доминирующей позиции в партере. Прижимает он Петиса к сетке самой. Остается чуть менее полутора минут до окончания второго раунда. Ну и что же, преимущество Дос Анеса сохраняется. Причем сохраняется достаточно явно уже на протяжении почти 10 минут. Ну вот сейчас здесь пробует Дос Анес и локоть, и пробует туловище, голова разбиванием раскатать. Пробует он как раз сверху Петиса. На таком высоком уровне мастерства, каким обладают эти два бойца, маловероятно, что что-то такое прям по-настоящему яркое получится, как мне кажется. Петис сейчас в этом положении постарается... Защищаться вот здесь совсем рядом. Ой-ой-ой. Да, локтями просто отрабатывает по полной. Видим, что Дос Анес пытается, пусть и не выиграть, но нанести максимальный ущерб сопернику. Да, но локоть сейчас совсем рядом был. Если бы он пришелся точно в цели и зацепил Петиса, это было бы, конечно, сокрушение и как минимум рассечение. Что шел как нож сверху. Эффект, конечно, тяжелее, но как Дос Анес Рафаэль вышел действительно не на жизнь, а на смерть на этот поединок, как на последний бой в своей жизни. Заряжен просто на максимум. Это уж точно. Разные мы с вами видели чемпионские бои. Иногда бывает, там, что бьются до последнего, иногда видим, что претендент пробеет, но здесь действительно, я с вами соглашусь, он вышел просто умирать, Рафаэль Дос Анес. А если быть совсем точным, он вышел убивать. Да.
да. Энтони Петтиса. Да, тоже у него есть урон, естественно. Петтис, смотрите, вот этот. Досанес закрутил правильный кулак бы и чуть уже ударил бы, не по площади. И вот как раз кулака не было в этом ударе. И с ногой бы еще удар это сделал, и с туловищем по большому счету. Но это был бы конец. Да, только удар рукой здесь был нанесен за счет инерции и динамической скорости и массы в руке. И кулака не было в как раз завершающей точке. А если бы удар был бы выполнен более технично, это, конечно, был бы более тяжелейший урон понес бы Энтони Петтис. Кстати, мы вот только открыли эту тему о том, что как раз небольшой урон тоже имеет Рафаэль Дос Анжелис. Нос разбит. Разбит достаточно серьезно. Он уже и потек, в том числе кровью. И гематома есть небольшая на лобной части, поэтому тоже несколько ударов очень ощутимо пропустил от Петтиса. Петтис вообще такое ощущение, что уже попал под легкий такой бульдозер. Под танк, наверное, нет, но под бульдозер уж точно. Но сейчас третий раунд, и, в общем, пока что еще по большому счету ничего не понятно в этом поединке. Да, есть шанс у любого. Вы правы, Ян. И Энтони все держит эту свою тактическую заготовку, что он хочет, конечно, навстречу поймать Рафаэля Дос Анжелиса. Хочет либо слева, либо справа руки. Не использует. Здесь пропускает опять слева руки сам. Вновь слева. Уже третий раунд подряд. Уже какой, наверное, десятый вот такой удар. Не видит он этот удар. Петтис, да. Не видит. И сейчас, посмотрите, опять левый снизу в область печени пытался крюком зацепить. Апперкотом пытался зацепить как раз Рафаэль Дос Анжелис. Но совсем рядом тоже пролетел этот удар. Скользь. И в этот момент глаз. Вот так выставил руку достаточно опасно перед собой. Петтис буквально напоролся на пальцы глазом. Дос Анжелис, посмотрите, насколько активен. И первый номер явный. И сейчас правый хайкик. Хайкик попадает сразу же Дос Анжелис, да, левой прямой. Ой, какой обмен. Тяжеленный обмен. Дос Анжелис причем готов на эти вот тяжелые размены. Он готов получать и готов бить в ответ тоже тяжело. Петтис, да, все-таки правы, человек, который больше привык бить и уходить от мести. Да-да-да. И Петтис более игрового плана. Он любит сделать дурака из соперника, поиграться, обдурить, обхитрить и наказать. Здесь не получается этого вообще. Дос Анжелис настолько сближает дистанцию и в этой дистанции чувствует себя как рыба в воде в этой ударной дистанции. И жестко очень окучивает Петтис. Сейчас в область туловища опять попытался засадить левый апперкот на очень резком таком сокращении дистанции. Дос Анжелис не получилось. Уже Петтис готов был к этому удару. Но опять же пропускает тейкдаун. Сваливает его Рафаэль в очередной раз. И здесь будет опять же картинка похожая, я думаю, которая была в конце второго раунда. Да, и обратите внимание, насколько даже с точки зрения психологии заставляет соперника Рафаэль Дос Анжелис поверить, что вот он готов и будет рубиться весь раунд в стойке. Я, например, забыл уже о том, что есть вариант перевода в тейкдаун. И, судя по всему, Энтони Петтис тоже забыл. И в этот момент тот самый тейкдаун. То есть он идет в рубку, он идет в жесткий размен. И затем уже, когда соперник втянулся в эти боевые действия, переводит. Да, конечно, тактически сейчас нужно признать это. Ян, вы правы, целиком полностью, тактически все 2,5 раунда, конечно, обыгрывает Дос Анжелис своего именитого визави, действующего чемпиона Энтони Петтиса. Пытается встать Петтис. Встает, но по-прежнему остается прижатым к сетке. Смотрите, как аудитория местная реагирует просто на то, что Энтони поднялся на ноги. Пока что просто настоящую трепку устраивает Дос Анжелис Петтису. Сейчас несколько ударов коленом точно идут цель в область задней поверхности бедра. Очень неприятные удары. Петтис попринимал на себя, но и понял, что нужно смещаться. Продолжает инициативой владеть Рафаэль Дос Анжелис на коротке. Отрабатывает он короткими рычагами, локти пока что не включает. Но и вот Петтис, сейчас будет у него возможность расквитаться с противником. Продолжает он отдавать
территорию. Да, пространство полностью отдано еще с начала первого раунда. И все так же, такая же картинка, она и продолжается на самом деле. Нисколько не поменялось. И вот сейчас опять тейкдаун, здорово. Зацеп снаружи, да, и несмотря на то, что Дос Аньос пошел достаточно прямолинейно, в этот тейкдаун удалось ему перевести соперника в партер. А здесь, скорее всего, уже играет роль определенной усталости Энтони Петтиса. Заканчивается третий раунд. И пока что чемпион практически ничего не показал. Да, по большому счету он по всем показателям проигрывает этот бой по ходу трех раундов. И причем, что мне особенно не понравилось, его действие, вот, проигрывая, он делает эти передвижения на носках, ногами танцуя, и что говорит о том, что он, у него на самом деле, у него и вот тот выработанный план его команды, его штабом, и, собственно, им не получается реализовать. И где-то он даже потерялся, потому что такие паузы, еще танцую, проигрываю, пух и прах поединок, говорит о том, что Гейшда очень сейчас непросто приходится Энтони Петтису. Это мягко говоря. И вновь в концовке Рафаэль Дос Аньос спуртует. Доминирующая позиция, отрабатывает он сзади по голове своего соперника. Да. Третий раунд подряд забирает Рафаэль Дос Аньос. Но у такого человека, как Петтис, конечно же, шанс есть всегда. Но пока что как-то беспросветно выглядит. Вот этот правый хоккей, посмотрите, совсем рядом. Вот если чуть-чуть выше, в область подбородка и шеи пошел бы удар. Да, голень не положил бы в этом случае, как раз не закрутил голенью этот удар ногой Энтони Петтис. Но стопа, она бы, конечно, оглушила Дос Аньоса. Мало вероятно, что нокаутировал бы этим ударом, но оглушил. И за счет этого попадания Энтони Петтис, как чувствительный боец, смог бы не отпустить Дос Аньоса. Это на тему того, что действительно у Петтиса сохраняются шансы так или иначе выиграть этот бой нокаутом. До самой последней секунды пятого раунда, если продлится бой, конечно же, до этого момента у Петтиса будет шанс. С этим я абсолютно с вами согласен. Да, и Бен Аскрин так тоже без особого энтузиазма там что-то пошептал, особо ничего конкретного. И на самом деле я думаю, что сбои в механизме по всем показателям существуют в команде у Петтиса. В случае поражения предстоит сделать какие-то очень серьезные выводы, и в том числе организационного характера. Да, я думаю, что да. Утеряно много, и плюс вот эта пауза, на которую я говорил о том, что была травма, Петтис пропускал несколько поединков, но Данилов давал эту возможность. Продолжает идти вперед Дос Аньос джебом, пытается удерживать его на дистанции Энтони Петтис. Как Петтис не любит лоу-кики, на самом деле. Не ставит он щит. Это тайквондийского прошлого. Нет опыта такого качественного тайских технических возможностей. О, здорово, как переводит через левый подпечный, правый сбоку. Классическая боксерская двойка. Здорово из левши. Просто прекрасно сейчас цепляет правым боковым. И тут же в область туловища пропускает два мидл-кика. Рафаэль, как красиво он сейчас обманул Петтиса. Да, еще вот раз, смотрите, какие боковые жесткие удары из двух рук. Через правую на левую и через левую на правую. Как здорово действует очень сейчас разнообразно, да. Сан-Риас. И это грэпплер, да, человек, просто который борец. Вот эта техника в стойке, да, у грэпплера. Причем он перебивает раз за разом перебивает Петтиса. Того парня, Янг, про которого вы не раз говорили, что это лучший ударник, по признанию многих, в UFC, вне зависимости от весовой категории. Смотрите, что делает грэпплер с лучшим ударником. Ой-ой-ой. Да, вот эти вот клише, ярлыки, которые вешают на людей. Лучший ударник, лучший борец в очередной раз дают сбои. Да, как мы слышали наших экспертов, несменяемых и бессменных, это Джо Рогана и Голдберга, они говорили там о Хабибе Нурмагомедове, что это лучший грэпплер. Но, может быть, как сказал Джо Роган, может быть лучший грэпплер, или возможно действительно это так. Итак, в партере Дос Аньос пытается забрать руку Энтони Петтиса. Смотрите, как он его сейчас растянул-то по большому счету. Очень неприятно сейчас
Петтису это находиться в этом положении. А здесь, да, то есть, смотрите, заблокирована одна рука, за счет нее пытается использовать как рычаг для того, чтобы опереться коленом и вырвать вторую руку. Dos Anjos, ему сейчас остается очень близок закинуть левую ногу на корпус, и будет там наш любимый рычаг локтя. Да, ну очень близок. Ну нет, посмотрите. Нет, не отдает. Петис, конечно. Петис грамотно, конечно, защищался в итоге. Опытнейший боец, чемпион, как его назвал Брюс Баффер, Undisputed, вообще неоспоримый и непобедимый. Спину отдает сейчас Петис. Ну и так удобно устроился Рафаэль Dos Anjos. Ну, очевидно, что сейчас он будет бить и делать все для того, чтобы, если и не будет таких форсированных попыток задушить, закончить этот поединок досрочно. Уходит, смотрите, Петис. Вот так выскользнул. Здорово выскользнул, кстати. И еще пытается контрить, но... Оу, смотрите, и получается тейкдаун. Тут же вскакивает Dos Anjos. Уровень, конечно, боя мы видим с вами, Ян. Высочайший топ. Top of the top, как говорят англоязычные ребята. Выше из наилучших, или... Лучше из лучших. Или лучше из лучших. Best of the best, да, top of the top, как угодно. Но это действительно круто. Петис пытается теперь в концовке четвертого раунда перехватить инициативу. Прижимает соперника к сетке. Причем просто Ян, вот, я даже получаю эстетическое удовольствие от мышления двух бойцов. Насколько оно вот действительно переменчиво, и переменчиво именно от ситуации. А это говорит о уровне мастерства невероятном двух спортсменов. Ну да, иногда бывает, что мы видим часто меняющиеся позиции в партере, меняющийся ход поединка, но сумбурно как раз от недостатка именно мозгов, да, ну, спортивное, я имею в виду, мышление. Да, да, бойцовское мышление, так называемое. А здесь, наоборот, его переизбыток. И когда вот мы видим поединки такого уровня, то превращается в такие шахматы своеобразные. Очень опасные шахматы. Действительно, Ян, вы правы. Опасные шахматы. Концовка четвертого раунда. Как сейчас красиво такой легкой подсечечкой изнутри вытянул. Опять же, тейкдаун осуществил. И что мы видим? Четвертый раунд, и все равно Dos Anjos. Да, Dos Anjos. Кстати, что это делал Dos Anjos. О, вот это да. И еще в клинче колено и нога туда. Да, Петя сейчас понимает, что насколько он разбит. И ему сейчас очень тяжело приходится. Сейчас послушаем угол. Да, 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 здесь полная сумятица, все. You decide, okay? Yep. Go for it. He's gonna try and grind you, lay on you. We need all offense. Don't overswing, but let's stay active. You got one round to retain your belt, son. You gotta stop him. Да. Ну, ты должен его остановить. У тебя остался один раунд, только остановить его. И шанс действительно, ну, они дают понять ему, что есть только шанс нокаутом выиграть этот бой. Именно остановить Рафаэля Dos Anjos, потому что объективно бой проигрывает Энтони Петтис, действующий чемпион. Ну да, то есть по тактике никаких советов, так, да, в общем, по психологии только те вещи, о которых Энтони так знает. Да. И причем сказано таким тоном, который вряд ли может достучаться. Да, 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 вообще не достучиться, действительно, не достучиться ни один из угловых вот таким образом, потому что там нужно вот достать такие внутренние нюансы, которые вот по-настоящему их нужно чувствовать. Это сейчас тяжело было, конечно, в углу. Первые 30 секунд. Недавно попей водички. Как раз вот, была история, чемпионский бой, Беллатор, кажется, если я не ошибаюсь, это был, в общем, Эммануэль Ньютон защищал свой пояс. И там показывали в перерыве фотографию на телефоне с дочкой, с маленькой, для того, чтобы воодушевить бойца. Вот. Да, Эммануэль Ньютон, тоже знаю лично его, он действительно очень такой сентиментальный парень и очень духотворенный. Он все время думает о своей дочке или о духовном миросоздании. Только о двух вещах этот парень думает. Так продолжает у нас идти вперед Рафаэль Dos Anjos. Ну, в общем, боище настоящее выдает этот бразилец. Да, презрев практически все прогнозы. Господи, презрев всех людей, которые в него не верили. Как говорится, вот как раз та самая ситуация, когда
Единственный, кто должен верить в этого человека, это он сам. Да, он верит в себя, он идет вперед, и он просто бьет. И он перебивает. Даже вот сейчас в нескольких эпизодах он перебивает действующего чемпиона Петтиса. И опять после перебиваний в средней дистанции приходит к клинчу и осуществляет тейкдаун очередной. И все это, по большому счету, идет только односторонне в его копилку, потому что, опять же, на мою память, за весь поединок пятираундовый однажды получилось у Петтиса сделать тейкдаун. И то очень-очень, буквально там на секунду. Да, где-то, 1-6 или 1-7 по тейкдаунам в пользу Рафаэля Дос Аньоса, и сейчас он продолжает контролировать соперника в партере. Да, здесь уже тактически за счет опыта, я думаю, Дос Аньос не отдаст уже Янг, вы знаете. Просто не отдаст и не позволит иметь шанс именно в точном нокаутирующем ударе, который может Петтис, вы правы, вспоминаю ваши слова, что даже в последней секунде есть этот шанс у Петтиса, но не позволит он это сделать. Слишком классно готов к этому поединку Дос Аньос, но он просто разобрал Петтиса и его его штаб разобрал просто по косточкам этого соперника, действующего чемпиона UFC, как его Брисбаффер озвучил, непобежденного, хотя у него 2 поражения в рекорде в профессиональном. Поэтому, конечно, здесь максимально готов Дос Аньос к этому бою. Причем нельзя сказать, что он не давал биться Петтису, нельзя сказать, что он его там возил в партере, не давал ему демонстрировать ударную технику. Они рубились, и даже в рубке выигрывал Дос Аньос. И когда переходили в партер, в партере тоже доминировал Дос Аньос. В общем, на мой взгляд... Посмотрите, что делает Дос Аньос. Это просто невероятно. Психологически человек подготовился настолько мощно к этому поединку. И еще функционально. Конечно. Да, и духовно, и душевно, и тактически, конечно же, глубоко разобрав все возможные действия Энтони Петтиса в этом поединке. Конечно, просто по всем показателям он был лучше. Это честно и объективно. И сейчас, знаете, что он делает? Он уже на кураже. Есть момент, вот бойцы ловят кураж, да, по ходу поединка. На кураже бьет с разножки коленом, просто сталкивает за счет мощи нанесения этого удара. Не было точного попадания. И тут же клинчует и переводит тейкдаун очередной Энтони Петтис. И сейчас здесь он будет тактически возить Петтиса сверху. Как здорово, а? Ой-ой-ой, это бой. Последняя минута встречи. В общем, Дос Аньос находится в том положении, в котором он провел первые 4 раунда. И о чем-то сейчас он говорит. Рефери... Кстати, у Дос Аньоса у него кусок челюсти из титана. Вот так. У него был ужасный, в первом же бою по UFC, у него был ужасный перелом челюсти там с расщеплением кости. И ходят шутки в UFC, что несколько человек просто сломали уже руки об его челюсть. То есть, кстати, вот, знаете, Ян, был у меня опыт перелома двухстороннего челюсти. И, вы знаете, мне врачи говорили в нашей стране, вот если бы у тебя было еще со смещением титановый сплав, то драться бы ты не смог. Это на тему того, что как медицина работает там, как у нас. У нас все уже, сразу же проблемы, больше выходить в ринг не сможешь или там в клетку драться не сможешь. Здесь парень дерется и как успешно дерется, убивает в прямом и переносном смысле по ходу 5 раундов. Просто уничтожает Энтони Петтиса Рафаэль Дос Аньос. Ну что же, заканчивается этот поединок, заканчивается 5-й раунд. И это победа. Это настоящий триумф. Как говорят в этом случае, это победа. Конечно, мы понимаем, что в Далласе, в штате Техас, сейчас прям сверх такой поддержки со стороны аудитории местной мы не услышим. Рева трибун также, потому что бразилец просто разбивает действующего чемпиона UFC Петтиса, который стремился войти в историю как лучший боец, вне зависимости от весовых категорий, в этой организации Ultimate Fighting Championship. Ну что же, у Рафаэля Дос Аньоса были на этот счет совершенно другие планы. Абсолютно по делу он победил, показал великолепный бойцовский дух. Ну и уже очень много мы дифирамбов сказали по поводу этого бразильца. Вот, и здесь Энтони Петтис, это человек, у которого все по большому счету всегда получалось. Он взял сразу же титул ВЭК, он сразу же почти взял титул в UFC. А Дос Аньос все-таки прошел тернистый путь с ужасными травмами за время своей карьеры. И с сериями, и с поражений.
В общем, и вот так вот этот человек в итоге завоевывает и становится новым чемпионом. Еще стоит сказать о ситуации, которая теперь запутывается-то в этом дивизионе. Причем запутывается очень сурово. Теперь понятно, что бой Хабиба Нурмагомедова с Серроне совершенно не гарантирует, получается, Хабибу выход на чемпионский бой с Дос Анюсом. Возможно, Энтони Петтис будет уже не в ранге чемпиона следующим соперником Хабиба. Да, или все-таки решат... Ну, разные варианты, да, там возможно. Там действительно Дана Уайт крутит эту весовую категорию. И он особенно любит Петтиса, как я наслышан от Хабиба. Ну вот так, новый чемпион мира по версии UFC. Да, слезы счастья на глазах у этого человека, у Рафаэля Дос Аньоса. Будем внимательно следить за его карьерой. Вот так выглядит человек, который добрался до вершины. Я думаю, Дана Уайт в шоке. Я думаю, что Дана Уайт очень сильно в шоке. И он, как Хабиб мне рассказывал, Нурмагомедов, что он особенно лично поддерживает и болеет за Энтони Петтиса. И чуть ли не сыном его считает своим. Ну и здесь, конечно, он, мы видим его лицо, он поражен и так раздражен в том числе. Rafael Dos Anjos, what a performance you put on tonight. Flawless execution, amazing game plan, you stuck to it. Как раз Джо Роган отмечает великолепный план на игру, великолепную тактическую подготовку этого боя. You go with me, man. Because I several Jesus. He's amazing God. And I knew I'm gonna win before this fight happened. Он говорит, он знал, что он может выиграть, благодарить, конечно, Всевышнего и особенно Иисуса Христа, как католик, бразилец. Was there anything surprising about the fight? Oh man, I'm a MMA fighter. I'm a striker. Да, I'm a jiu-jitsu black belt. I've been improving my wrestling. Он комплексный боец, он все. Он боец ММА, он и ударник, и борец, и грэпплер. Так, говорят, что поэтому не было какого-то плана там бороться или биться. Он делал все, что мог, и все навыки свои использовал. Потрясающе. You really shocked the world here tonight. Да, кстати, он по-настоящему шокировал мир, потряс мир. И Дана Уайт сзади, конечно, лицо довольно вообще. Он так расстроен, мягко говоря. This is a really amazing performance, a real breakout performance, Rafael. Congratulations, enjoy this. I know there's probably no words. Да, наслаждайся этой победой, наслаждайся этим титулом. This was truly a special moment tonight. Thank you very much. It was an honor to call your fight. Ну что же, вот так закончился этот вечер. У нас новый чемпион UFC в легком весе. Мы с вами посмотрели только что UFC 185. Ну а для вас работали Ян Баранчук и Максим Воронов. Да, благодарю вас. И это было круто. Крепкого духа и побеждать, дорогие друзья. What, if anything, surprised you? Man, he caught me with a left hand in the first round. First punch that he threw, I couldn't see out of my right eye the whole time. Closed up on me, I didn't have no peripheral. No excuses, dude's a monster, bro. I gotta go back to the gym and train. I know you're still only 28 years old. I know you'll be back. I know you will be better. You're an improving fighter, even though you were one of the best fighters in the world. You were the champion. You will be back, and you will be better than ever. Definitely, man. Big ups, Rafael. This thing tonight. Can't, no excuses. That was very gracious of you. Anthony Pettis, ladies and gentlemen.